Слышите? Опять поднялся ветер. Где-то слышны донесся гул. Есть машина времени на свете. Это самолет. Москва, Кабул. Время подустало в бурном беге. Прилегло, чтоб новый взять разбег. Я взлетел в родном 20 веке, грохнулся в 14 век. Самолет заходит на посадку. Входим в облупившийся сарай. И Аллах на жалость к людям падкий предлагает мне восточный рай. Время. Ты не вовремя уснула. Встал на друга друг, на брата брат. Женщина проходит по Кабулу, прижимая к сердцу автомат. И она ни в чем не виновата. Только сердце дрогнуло мое, я представил вместо автомата на груди ребенок у нее. Матерь Божья, нам звереть негоже, только что поделаешь в борьбе, защищайся. Дева, если сможешь, человека не убей в себе. Шум стрельбы устанет резать уши. Радостям людским придет черед. Возродятся города и души. Времени другой придет отчет. Oh.
его, словно замкнутый круг, так недолго до траурных роз. Каждый тридцат сидит на игле, но не верит, что он наркоман. И отогреть его в этой зале сможет только лишь новый дурман. Каждый тридцат без рук и без ног, и протезы не продать его. Но в этой жизни его чем-то помог, эти годы уже ни к чему. И если один выпадает на сто, то в тюрьме продолжает свой путь. Это не мало, но именно то, что на живях не пахнут лихнут. Это не мистика тянет на то, где конечно братской родной. Это статистика, да что равно, за тем кулаком с мертвой бедой. В этой ловушке мы все как один, только воля у каждого свой. Те, кого этот синдром не добил, добивают любой ценой. Каждый день из тех, кто там был, не забудет о том никогда. Каждый мир из тех, кто там был, не забудет о том никогда. Каждый первый. Суперский концерт. Время, когда многие знали, что такое Афганистан. Для многих это теперь просто страна, для кого-то это осталась страна, в которой они были на всю жизнь, для кого-то это просто книги и фильмы. И для каждого память остается по-разному. И слава Богу, есть люди, которые не только оставляют память для себя, но и для других. Я хочу пригласить на сцену человека, который единственным в России на данный момент является, такое слово, сборщик, да, то есть неправильное, человек, который собирает всю аннотацию афганской песни. Майор запаса Геннадий Илларионов. Добрый вечер. Хотел бы немного добавить. Собирателей много. Тех, кто архивирует афганскую песню, тоже много, потому что память, она все равно остается в нашей голове, от нее никуда не денешься. Но вот с изданием гораздо труднее, потому что нужно финансирование. Пусть прорвется сквозь любой заслон, зазвучит сегодня или когда-то, донесет сквозь годы боль и стон, песня, сочиненная солдатом. Это четверостишье стало эпилогом и двум выпускам антологии афганской песни, которую мы выпустили здесь в Чите, первый в 2011-2012 году, и второй сборник выпустили вот уже в октябре 2013 года. Они принадлежат талантливому военному инженеру, 4 года непрерывного Афганистана, Виктор Павлович Куценко, генерал-майор, к сожалению, его уже нет. В самом начале нашего вечера прозвучали стихи поэта Александра Карпенко. Может быть, по газетам 90-х помнят молодого обгоревшего парня. Возвращение в мирную жизнь было 3 года госпиталей Ташкент, Москва. Пройдя войну всего 3 месяца, но обгорев телом, ставший инвалидом, Александр не обгорел душой. Он до сих пор на сцене. Это поэт, на стихи которого поют песни не только военные, но и песни о любви. И песня Владимира Мазурова в исполнении группы «Ударная волна. Афганская статистика». Мы сегодня вам представим только песни, потому что представлять авторов очень трудно. И на каждого автора можно организовать целый концерт, потому что каждый автор – это целая планета. Это целая история. Люди, которые прошли пояс войны, но сохранили в себе что-то такое теплое и вынесли с этой войны самое лучшее. Это вынесли память в своих стихах и песнях. Михаил Михайлов и группа «Ударная волна». Песня БТР.
прокарать этой песни людей, которые ходили тяжелыми военными дорогами, можно было заняться этой работой. Мы представим стихи и песни как раз Геннадия Андреевича Костюка. Значит, стихи медицинская сестра читает старший лейтенант запаса, ветеран боевых действий Юрий Юрман. Родовая операционная сестра. За 20 лет я не видал такого. Ее Алешка, что ушел вчера, со скал сегодня сняли, чуть живого. Она стояла молча у стола. Работа началась с лучом рассвета. Внезапно, будто пуля обожгла, как будто вдруг вокруг не стало света. То тихо милый голос произнес: «Любимая, родная, я вернулся». Ее Алешка на столе лежал, в чужих горах он пулей захлебнулся. Три слова прошептал:
не произнес. Но тишина набатом загудела. Он в этой тишине ушел в наркоз. В родные руки отдал свое тело. Еще вчера у лунного шатра они мечтали о совместном счастье. А вот сегодня, с самого утра, переживают первые ненастья. Сестра рыдала молча. Тишину лишь нарушали аппаратов звуки. Тех аппаратов, что могли ему помочь преодолеть часы разлуки. Я чувствовал рыдание по глазам, в которых отражалась бездна горя. Я чувствовал рыдание по рукам, работавшим с тяжелым горем спорем. Рыдала операционная сестра, рыдала молча, помогая мне без слова. Я сердцем чувствовал, как боль ее остра. Я не хочу такое видеть снова. Сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Ударная волна» 9-я рота. Считалось, что эта песня родилась в 345-м десантном полку. Ее пели в Афганистане, ее пели после Афганистана, ее пели на встречах 345-го полка. Но песню написал главный хирург 40-й армии Геннадий Андреевич Костюк. Своим пулеметом.
которыми передал бы как славу свою. Пластинка виниловая, раненому в душу собой Афганистан. Заглавная песня носила такое же название «Раненому в душу собой Афганистан». Песню написал Олег Никулин, руководитель музыкальной группы «Храм мира», и поэтому часть песен на этом диске, как исключение, в аранжировке. В исполнении группы «Ударная волна».